это центральная мечеть города Астаны, самая большая мечеть в Казахстане и Центральной Азии. Была открыта в 2022 году. Период строительства 2019-2022 годы. Давайте зайдем внутрь. Наш путь будет лежать через паркинг. Паркинг рассчитан на 405 автомобилей. Урны по раздельному сбору мусора. Наверх будем подниматься по эскалатору. Попадаем в зал, где нужно снять обувь. Здесь висят накидки, которые должны одеть женщины. Специальные ящики для обуви. Теплые полы. Мечеть огромная, поэтому везде указатели, куда пройти. Входная дверь изготовлена из твердых пород африканской древесины. Потолок украшен узорами национального орнамента. Это зал, где можно провести обряд бракосочетания. Проходим в основной зал для намаза. Этот ковер специально изготовили ручным способом в Новой Зеландии. Он считается одним из самых больших в мире. Красивая хрустальная люстра. На внутренней стороне купола написаны суры из Корана. На этой стене высечены 99 имен Аллаха, которые подсвечиваются изнутри золотом. Различная информация висит. Все удобно, Каспий QR. Внутренние двери изготовлены из стекла с красочным орнаментом. Мечеть имеет 4 минарета, каждый высотой 130 метров. Для ориентира, вот если посмотреть вправо, недалеко виднеется шар Нур-Алем. بسم الله الرحمن الرحيم